знаешь что? Мама. Что-то... Чувствуешь, что меня начинают кусать комары. Но кусают не как обычно. Ну, понимаешь, так слишком много. Просто все в комарах. Пытаюсь их вот так встряхнуть, а они плотно так сидят и не встряхиваются. Ужас. Ну, вот теперь пойду папу позову. Покажу ему, как мы комаров. Зову его, он приходит. Уже комар... или девушку? На, нашего папу. Прихожу, а комары, комаров уже нет. И я просыпаюсь. Короче, такой вот у меня получился мой завтрак. Яичница перемешанная. Сначала хотела сделать глазунью, потом решила все перемешать, чтобы было быстрее. Сначала поджарила лучок, помидорку, засыпала чуть-чуть солью и карри. И потом уже вылила яйца. Ну и руккола просто с бальзамическим соусом. И сейчас еще у меня будет вторая чашка кофе. Первую чашку кофе я выпиваю обычно перед тем, как вести детей в школу. То есть, когда там проснусь через какое-то время. И вторую чашку уже за завтраком. Ну что, пока я пью свою вторую чашку кофе, хочется всем сказать привет. Давненько меня тут не было. И, пожалуй... Много чего произошло за это время. Я посмотрела, последнее видео загружала аж 2 года назад. А вы меня все просите, что-то просите снимать. В Инстаграме пишете. Ну, я решила попробовать. Плюс еще сестра мне тут на прошлой неделе пинка дала. Говорит уже, давай уже сними какое-нибудь видео. В общем, будет, наверное, странное какое-то совсем лайв-видео ни о чем. Ну, посмотрим. Знаю, нет у меня ответа на вопрос, почему я не снимала так долго видео, почему я перестала. Точнее, у меня как бы есть вопрос, но это, мне кажется, больше такой личный. Потому что у меня не настолько подвешен язык, чтобы прям постоянно о чем-то говорить, болтать. Мне комфортно в молчании, поэтому, наверное, я перестала. Потому что мне казалось, что каждый раз, когда я снимаю, я как будто переступаю себя. Но при этом мне как бы нравилось обрабатывать видео, делать монтаж какой-то, там что-то такое, музыку. Ну, вот это вот всё какая-то творческая часть этого процесса, она мне очень нравилась. И сейчас нравится. Вообще все, что касается творчества, это мое. Посмотрим, как пойдет. Не обещаю, что буду снимать видео на постоянной основе. Ну, хотя бы я уже начала. Уже неплохо. Как у вас дела? Я вас жду не дождусь. В кавычках. У нас уже ноябрь, и поэтому скоро на Бишкек опустится смог, к сожалению. Будет нечем дышать, невозможно будет выйти на улицу, открыть окно дома, потому что каждую зиму у нас тут страшнейший смог. Мы стоим во всех мировых рейтингах на 1-м месте по загрязнению воздуха именно зимой. Поэтому с ужасом жду это время. У нас почти в каждой комнате очиститель, увлажнитель. Скоро пройдет их время, придется работать на всю. Все, собираюсь ехать за детьми в сад. Какой-то у меня ракурс специфический. Все, выезжаем из паркинга. Надеюсь, по пути нас будет ждать минимальное количество пробок. Хочется в это верить.
погода такая сегодня прекрасная. Я посмотрела на градусник, якобы 11 градусов тепла. Но по факту, мне кажется, 17. Да. В Москве о таком в ноябре можно только мечтать. Вот здесь я никогда не могу выехать нормально. Меня, конечно, никто сейчас не будет пропускать. Естественно. Вот если этот BMW только вот сейчас выйдет, и я въеду на его местечко. А может, и не въеду. Мне кажется, мне сейчас все будут сигналить. А, он вообще через два ряда решил. Молодец, молодец, молодец. Сейчас, сейчас. Подождите. Подождите, сейчас меня тоже пропустят. А, это бабуля была. Вот бабуль все пропустили, меня же все пропустят. У-ху! Кайф. Ну все, теперь можно жить. Ну что? Не знаю. В общем, такое вот у меня возвращение сумбурное. Я не знаю, возвращение ли на YouTube. Может быть, вы мне покидаете какие-нибудь, не знаю, идейки, о чем можно поснимать. Вот мне девочка одна по имени Виктория в Инстаграме написала, что там что-нибудь про путешествия, про гардероб, про что-нибудь еще такое, не знаю. Покидайте, что бы вам было интересно, чтобы я сняла. Может быть, я сниму, может быть, и нет. Ну вот, мне было бы интересно почитать, чтобы вам было интересно увидеть у меня на канале, который уже почти загнулся. Что вам еще рассказать, пока я тут стою все-таки в пробке? Мы недавно вернулись из Дубая. Вот подписывайтесь на мой Инстаграм, и там вот было очень много фоточек. Вот в Инстаграме я активный пользователь, я там много чего выкладываю, много чем делюсь, не то что здесь. Здесь я, по-моему, последний раз что-то выкладывал 3 года назад. В общем, да, съездили мы в Дубай. Было очень круто, и мы побывали на Дубай-экспо. Собственно, ради этого мы и ехали. Это была наша не первая поездка в Дубай, поэтому особых каких-то... Особой какой-то такой насыщенной программы мы не планировали для себя. То есть у нас был больше такой пляжный отдых. Ну, короче. Погнали. Женя меня не очень любит Дубай. Я, честно говоря, его люблю, но я люблю его именно потому, что первый раз я была в Дубае после госэкзаменов или после диплома, я, честно говоря, уже не помню. Мы с подружкой сдали госэкзамены и решили куда-нибудь поехать быстренько там на 5 денечков, горящий тур. Пошли в турагентство, и нам посчитали на 5 дней какой-то супербюджетный тур в Дубай. Тогда еще только-только построилась Бурдж-Халифа, и... Ну, не знаю, нам там очень понравилось, именно потому, что это как-то было вау. Мы увидели самое высокое здание, мы на него поднялись. Увидели эти шикарные фонтаны. И как-то, в общем, тогда, в том возрасте, это были очень-очень приятные ощущения. А еще на контрасте с тем, что мы только что учились, не поднимали головы, не спали ночами. И тут мы поехали в Дубай, это было супер круто. И вот с тех пор, не знаю, меня греют какие-то теплые чувства относительно Дубая. Ну, конечно, очень дорого, но половина из этого этих денег не стоит, но как бы, ну а что делать? Ну а что делать? Как говорится, за комфорт приходится платить. Подумала, что раз уж я тут на улице, пойду-ка я дойду до бензоколонки и возьму себе кофеек, пока дети занимаются. Там, конечно, кофеек так себе. Ну, на безрыбье рак рыба. Я нахожусь сейчас в такой дыре, что тут кроме кофе, как на бензоколонке, больше нигде попить нельзя. А я как-то вот немножко подзябла на улице, поэтому нужно согреться. А в помещении, где дети занимаются, там вообще холодрыга страшная. Поэтому бензоколонка тут буквально рядышком. Возьму себе отстойный капучино. Ладно, шучу. Не такой уж нормальный капучино. Все, взяла я кофе. Вообще, у меня кофе из бензоколонки, вкус кофе из бензоколонки ассоциируется с какой-то поездкой куда-то на машине.
Ну, нормально. Что-то у нас в этом выпуске только машина. Что-то у нас как-то похолодание грядет. Поменяла резину на зимнюю уже. Было полно людей, куча желающих переобуться. Сегодня у меня любимый день, потому что сегодня мы с детьми идем на танцы. Я просто обожаю понедельник, среду и пятницу за то, что у нас танцы. В одном зале занимаются мои дети хип-хопом, а в другом зале я занимаюсь я женской хореографией. Спасибочки. Так что будем сегодня кайфовать. По-другому я это назвать не могу, потому что каждый раз, когда у меня танцы, я просто кайфую. В общем, такой получился непонятный влог, какой-то домашний, ни о чем. Но спасибо, что посмотрели его. Всем пока!